получила премию в номинации «Лучшая музыка к фильму» на 20-м российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи. В оригинале она написана для баяна, гитары, виолончели, бансури, кафона и оркестра. Вот. Но сегодня мы ее исполним нашим составом, ансамбля «Эйфория». Александр Муравьев, контрабас. Полина Кондраткова, фортепиано. Светлана Безотосная. Роман Зорькин. Сергей Шамов. Кахон на сегодня играет на довольно экзотическом инструменте под названием «Уду». Помимо кахона. И еще вот эта палочка. Как она называется? Ручалочка. И на другой палочке сыграет Павел Новиков. Прекрасный мультиинструменталист. На удивительном инструменте это бансури, индийская поперечная флейта, а также на разных других палочках. Название которых очень тяжело запомнить. Итак, восточная рапсодия. Да, и прекрасная Малика.
Thank you.